Кадры, которые вы видите на своем экране, это места общего пользования в общежитиях нашего города. К большому сожалению, именно так выглядит большинство подъездов, коридоров и секций внутри объектов общего жилья. Несомненно, есть и показательные примеры, но чаще всего, переступая порог типичной общаги, есть огромный шанс оказаться именно в таких условиях. На сегодняшний день по городу уже 38 зданий, которые ранее были в статусе общежитий, признаны многоквартирными домами. Того, что в этих общежитиях ранее существовавшие со статусом общежития, сделать коммунальные квартиры. Мы рассматривали этот вопрос. На сегодняшний день не представляется возможность перевести в коммунальные квартиры, потому как жилищный кодекс не предусматривает такой возможности. Плата за жилищные услуги осуществляется нанимателями жилого фонда, а плата за наем осуществляется также нанимателями, но эта плата идет потом в дальнейшем на содержание объекта и идет фонд капремонта, либо на капитальный ремонт жилого помещения. Львиная доля подобных домов требует капитального ремонта, как косметического, так и комплексную замену коммуникаций, тепло- и водоснабжения. Для этого требуется включение всех этих объектов в региональную программу по капитальному ремонту. Но и здесь все не просто так. Для того, чтобы дом, который ранее был в статусе общежития, получил достойное обслуживание, необходимо соблюдение некоторых правил, а они, в свою очередь, в большинстве случаев оказываются невыполнимыми. Включение общежития в региональную программу – это беда всех субъектов Российской Федерации. Основной бедой, почему мы не можем включить в региональную программу, это то, что у нас в общежитиях не квартиры, а комнаты. У нас закон Забайкальского края 875 и 168 статья жилищного кодекса говорит о том, что в региональную программу по капитальному ремонту могут быть включены многоквартирные дома с не менее чем 5 квартир. У нас нет квартир, у нас есть комнаты. Сейчас комитетом городского хозяйства ведется работа по признанию муниципальных комнат квартирами. Также городские власти ждут действий и со стороны Министерства ЖКХ, чтобы там включили общежития в программу. Пока обещают решить этот вопрос к концу текущего года. Единственная наша особенность в субъекте то, что процент собираемости должен быть свыше 90%, чтобы перенести какой-либо вид ремонта на более ранний срок. Особенно осложняет всю эту процедуру подготовка к отопительному сезону. И когда речь заходит о капитальном ремонте домов, в первую очередь чиновники и представители управляющих компаний подразумевают замену коммуникаций – вода, тепло, канализация. На бумаге и на словах выглядит все это вполне реализуемо. Только вот те, кто знает об истинном состоянии домов, кто видит условия проживания в комнатах, не совсем согласны с таким подходом к изменению статуса общежитий в многоквартирные дома. Хотя бы потому, что технически это сделать будет очень сложно и очень дорого. По вопросу перевода в квартиры, насколько мне известно, нужно, чтобы в каждой квартире была отдельная стоянка и отдельная канализация. Как это технически можно сделать уже с имеющимися, ну, допустим, коммуникациями под благоустройство дома, под общее имущество? Это коллеги разбираться будут. Осложняет ситуацию и непонимание людьми происходящего. Очень часто комиссия не может попасть в комнаты. В некоторых случаях происходит незаконный самозахват жилых помещений или мест общего пользования. Так что вопрос о том, смогут ли общежития, получив статус многоквартирных домов, достойно его нести и какую от этого пользу получат в первую очередь сами жильцы. Виктор Соловьев, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.